Армавир – город многонациональный. Сегодня в нем живут представители более 100 народов. Есть свыше 10 крупных диаспор. Значительную роль в разных сферах жизни играет адыгская община. 31 января в помещении на улице Софьи Перовской, которая давно стала культурным центром, своеобразной штаб-квартирой армавирских адыгов, было многолюдно. Хозяева и гости отмечали десятилетие общественной организации «Адыга Хасы». В концертной программе лучшие номера творческих коллективов. Многие самодеятельные артисты хорошо знакомы зрителю по ярким концертным номерам, участию в традиционном фестивале «Многонациональный Армавир». Значимым моментом стала организация уголка национальной культуры в Доме Адыга на зимних Олимпийских играх в Сочи. Тогда, в феврале 2014-го, община представила экспонаты музея, этническую мебель, столы и детские люльки, изготовленные умельцами из Армавира. Организация собрала неравнодушных к судьбе своего народа земляков из Армавира и трех аулов Успенского района. Сегодняшняя наша работа состоит в том, чтобы в городе, где мы проживаем более разобщенно, чем в компактных аулах, хотим, чтобы дети часто собирались, изучали свой родной язык. Для этого у нас есть прекрасное помещение, выделенное администрацией города, где проводятся, набираются группы, проводятся занятия по адыгейскому языку. Те члены общественной организации, которые внесли особо весомый вклад в работу по укреплению духа добрососедства, дружбы народов, возрождения традиций, были отмечены благодарностями главы города. Праздник по случаю юбилея был настолько радушным, вызывающим яркий эмоциональный отклик, что даже официальные гости вышли в круг танцующих. Вот уже 10 лет объединение занимается активной просветительской работой, главная цель которой – сохранить язык, самобытную культуру, обычаи и традиции адыгов. И впереди еще немало свершений. Марина Белова, Сергей Шульц, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».